машине поднимемся на 3, почти 3500. Ага. Ну и там, я думаю, метров 300-200 мы. Установить табличку памятную, знак, что это пик Фортово, и подняться. Мы зашли на настоящую вершину, и мы почтили память великого ученого Владимира Евгеньевича Фортова, академика Российской академии наук, президента Российской академии наук. Для нас это большая честь сделать это восхождение. Мы 3 года к этому шли, пока пробивали все эти постановления, но наконец-таки все нам удалось, и это очень знаменательный день для всех тех, кто занимался подготовкой этого восхождения и увековечивания памяти Фортова. Сложная, удивительная, красивая гора, которая находится рядом с высочайшей нашей прекрасной вершиной Эльбрус. Он даже такого представить не мог, что он будет находиться здесь рядом, гора академика Фортова. Большое спасибо всем.